HR Blog. Ваша профессиональная площадка на HR Radio. На прошлой неделе мы говорили с вами о основных выводах, которые можно извлечь из исследования внутренней коммуникации и их роль в современном бизнесе. На прошлой неделе я обещала вам рассказать о тех каналах, которые мы любим и хотим использовать. Давайте посмотрим, какие же это каналы. Ключевыми каналами в 2018 году были электронные рассылки, корпоративный портал и затем мероприятия. А сегодня, по сути, это то же самое, но изменились проценты. Доля рассылок упала, доля корпоративных мероприятий подросла, портал остался на прежних позициях. Итак, рассылки по-прежнему являются одним из основных инструментов, которые мы используем для того, чтобы общаться с нашими коллегами. А портал – это основная платформа, с которой идет информация, с которой идут ссылки на нашу, с нашей рассылки, с нашей, скажем так, мобильной коммуникации. Но все больше и больше наших коллег говорят о том, что нужно общаться вживую. Нужно встречаться, нужно общаться. И среди мероприятий, которые проводят коллеги, все больше и большую долю занимают клубные мероприятия. Мероприятия по интересам, митапы, различные неформальные встречи. И мне кажется, это отлично. Потому что спартакиады, новые года и дни рождения компании – это клево. Это огромное шоу, это большие бюджеты. Но когда мы говорим о постоянной коммуникации, о создании горизонтальных связей, об обратной связи от руководства компании, о работе с инновациями и с какими-то свежими идеями, о работе с той же самой корпоративной культурой, намного более значимо проведение локальных мероприятий, связанных с интересами сотрудников. Итак, тем не менее, два канала из трех, это электронные рассылки и портал, остаются у нас диджитал. При этом неожиданно подросли такие каналы коммуникации, как внешние социальные сети и мессенджеры. И в этом году они заняли почти 30%. То есть 30% каждый, ну почти каждый третий опрошенный, каждая третья компания общается со своими сотрудниками через соцсети и мессенджеры. Хорошо это или плохо? Да, в общем-то, нормально, потому что мы помним, что надо идти за теми каналами, за теми способами и приемами коммуникации, которые комфортны для нашей аудитории. Если мы будем коммуницировать там, где это удобно нам, то и читать это будем мы. Хотите, чтобы читали они, идите туда, где они. И это важно. А они сегодня сидят в мессенджерах. Поэтому мы осваиваем мессенджеры и социальные сети. Надо сказать, что когда мы составляли этот опрос, мы предчувствовали такой ответ. Поэтому не могли не поинтересоваться. А какие же, собственно, мессенджеры и соцсети компании используют? Вот тут для меня случилось открытие. Потому что самой популярной социальной сетью для общения со своими сотрудниками компании назвали, чтобы вы подумали, Инстаграм. То есть, на мой взгляд, социальную сеть, которая наименьшим образом подходит для коммуникации. Там даже ссылку активную поставить нельзя. И тем не менее, именно так ответило 45% опрошенных. 45% моих респондентов, то есть 45% компаний, с удовольствием и, надеюсь, что с пользой, общаются со своими сотрудниками через Инстаграм. А вот на втором месте с отрывом в 1% стоит WhatsApp. На мой взгляд, это ответ более реальный. WhatsApp сегодня самый популярный мессенджер, который есть практически на каждом телефоне. И здесь возникает только вопрос про управление коммуникациями, потому что создание мегагрупп,
и создание каналов в WhatsApp довольно сложная история. То есть в этом смысле и Viber, и Telegram, они более управляемые, более технологичные, но мы идем туда, где есть наши пользователи, наши читатели. И если они сидят в WhatsApp, то нам ничего не остается делать, как создавать для них группы в WhatsApp. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем обязательно вебинар, на котором обсудим, как можно общаться с помощью мессенджеров с людьми внутри наших компаний. И я постараюсь позвать на такой вебинар людей из разных компаний, которые пользуются разными площадками. Посмотрим, что выйдет. Ну и завершая наш сегодняшний HR-блог, напомню вам, что для того, чтобы преодолеть те самые проблемы, которые обозначали люди в опросе, мы с вами должны сосредоточиться на них. То есть на двух вещах. На том, как показать эффективность бизнеса собственникам и, соответственно, решить проблему с вовлечением собственников и топ-менеджеров в коммуникации. И здесь напрямую к нам приходит тема, как оцифровать, как индексировать, как обсчитать пользу от внутренних коммуникаций. И на эту тему я тоже обязательно сделаю отдельную учебную программу, отдельный учебный вебинар. Но пока могу вам сказать, что здесь два способа, два пути. Первый из них гласит: выставляйте KPI в зависимости от результатов конкретных проектов, которые перед вами стоят. И пользу от каждого проекта можно измерить в деньгах. Например, у вас проект «Здоровый образ жизни». Измеряете эффективность, измеряете, сколько людей было вовлечено, и сравниваете с числом больничных или с числом опозданий. Работаете с вовлеченностью, не используйте абстрактные индексы. Попробуйте измерять вовлеченность относительно конкретных вещей, относительно тех проектов и программ, которые идут в компании, если у вас есть проектное управление. Относительно, например, клиентоориентированности, если это та метрика, которую вы измеряете. Относительно качество клиентских коммуникаций или качество клиентских проектов, потому что это ваши деньги. Измеряйте качество и количество простоев и отказов, если вы их считаете. В любом случае, всегда с помощью маркетинга и продаж вы можете найти метрику, на которую влияют процессы внутренних коммуникаций. Осталось только определить, как вы посчитаете интегральный индекс, увязывающий одно с другим. Ну, если кому-нибудь интересно, напишите мне в Телеграме, в WhatsApp или в Фейсбуке, и мы с вами обсудим это лично. Ну, а на этом у меня сегодня все. В нашей следующей программе мы поговорим о других, более веселых, но не менее интересных вещах. А сейчас прощаюсь с вами. Это была я, Анна Несмеева, на волнах HR-медиа. Это был HR-блог. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Все программы можно скачать на портале hr.media.